Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с автомобилем Mercedes от фирмы ACM. И в этом видео, в этой серии мы нанесем масляные точки и их растушуем. Масляные точки буду делать вот такими вот овербрашерами. Очень хорошие, интересные цвета, похожие на пыль, на землю, на клину. Вещь очень удобная, мне понравилась. Хорошо наносятся, хорошо растушевываются маленькими касаниями. Аккуратно наносим точки на модель и потом при помощи широкой кисти их растушуем. Много точек не надо делать, понемножку каждого цвета. Берем широкую кисть, смачиваем в White Spirit, промокаем в салфетке и аккуратненько начинаем движениями сверху вниз растушевывать наши масляные точки. Thank you.
Ну а теперь масляными точками запачкаем низ машины, раму, ходовую, и посмотрим, как это все будет потом выглядеть. Наносим побольше и хорошенько размазываем. Закончил работу с масляными точками. Сразу можно заметить, даже при ярком освещении, как пропал глянец модели благодаря масляным точкам. Все стало такое более матовое. И теперь нам остается это покрыть матовым лаком от фирмы Tamiya. На мой взгляд, все очень хорошо получилось. Такие как бы погодные эффекты, потеки дождя, грязи, пыли. Довольно все неплохо смотрится. Нижнюю часть кузова специально вот размазал масляные точки, масляные краски, но их я лакировать не буду, а просто буду сразу насыпать пигмент, и пигмент замасленные вот эти вот остатки будет закрепляться намного лучше, чем на матовый лак. Так вот получилась кабина. Работал с White Spirit. И немного у меня облущился передний номер. Вроде бы и хорошо лаком его заливал, но не знаю, почему его так подняло. Хотел заменить номера, но теперь думаю, менять номера не буду. Просто как-нибудь постараюсь заделать их грязью. Поработать с пигментами, может быть, что-нибудь получится.
как бы заменить номера всегда можно. Так вот, модель хорошо получилась у меня. Покрасил также и знак автопоезда в желтый цвет. Не знаю, покрыть его еще лаком оранжевым или оставить в таком виде, котором он сейчас есть. Все равно он будет в сложенном виде, так как мой автомобиль ничего не будет тянуть. То есть без прицепного. Обычно, когда пушку тянет или прицеп, этот знак раскладывается, чтобы другие водители видели, что едет автопоезд или автомобиль с прицепом. На этом, друзья, оканчиваю эту серию. Теперь остается работа с пигментами и финальное видео. С пигментами, наверное, буду работать за кадром и уже покажу вам автомобиль в финале. На этом, друзья, заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким.